Поговорили про чудовище, давайте перейдем к нему. Единственный в мире уникум, человек в передозировках, ну и Роман Трахтенберг. Конечно, мы... Собственно, этих отношений. Меня удивляет, что вот у меня передозировка хны, а у тебя передозировка говна. И по всей видимости, вот этот шарфик какой, да, вот ставит говну полностью выстрелить. Браво, друзья, слово говно делает свое дело, отлично. Устами младенца глаголит истину. Роман Трахтенберг. Друзья, на самом деле, в завершении, как бы я ни называл вас Бейгой, сам я знаю о себе все в первую очередь. И поверьте, если я это говорю, то в списке я стою на первом месте. И как...